Уровень опасности для самолетов, пролетающих над островом Гавайи, понижен с красного до оранжевого. Вулкан Мауна-Лоа продолжает извергаться, но, по словам ученых, угроза выброса заметных объемов пепла миновала. Геологи не видят серьезной угрозы и окружающим населенным пунктам. Гавайские вулканы извергаются сравнительно спокойно, но, тем не менее, предупреждают, что Мауна-Лоа может быть нестабилен. Это крупнейший в мире по объему действующий вулкан. Неделю назад началось его первое извержение за четыре десятка лет.